смотри, сколько у него тут фонариков. Офигеть. У него тут целая фабрика по производству. Смотри, спуск вниз есть. Да. Сейчас я посмотрю вот здесь. Посмотри. Страшно. Да. Меня тоже. Не, слушай, на ничего не вижу. Да вот сюда еще. Ничего нет. Ну что такое? Почему ничего не поставили? Хорошо, пошли дальше. Пошли. Нажимай. Еще раз нажимай. Вот. Теперь я могу сделать вот так. Стой! Стой! Меня-то там бросил. Сейчас бы как все порвалось, а вон там бомба внизу. Видишь? Да. А как мне оторваться-то? Теперь это фигни. Тебе надо как-то, да, вниз. А убегать куда будешь? Ой, подожди, здесь тень страшная. Разберись, куда бежать, если вот сюда что. Убегу. Все нормально. На. Нормально. Вот если бы ты мне сразу дала эту бомбу, я бы в панике побежал, вот это было бы... О! Это мое! Тебе. А тебе, я так понимаю, вот на эту штуку. Так что сейчас я вот так вот сделаю. Стоп. Что произошло? А, там же эта фигня. Вот. Теперь ты иди закатывайся. В смысле, поднимайся. Я думала посмотреть здесь, внизу. Давай посмотрим. Я просто думал чекпоинт там почекать. Там свет, что ли? Или возможно. Вроде по звуку там у нас... Все заново. Не разорвало нитку-то. Свет там был, да. Там был свет. Давать? Давай. От тебя свет просвечивает вниз. Хорошо. Видишь, ты какая яркая. Почему я не могу твою штуку брать? Давай мы чекпоинт возьмем. Сейчас. Во, вот он свет, точно. Мне надо вот так было сделать. Вижу. Что видишь? Вот тут. Что? Ты хочешь еще ниже попробовать? Сюда. Думала, как забираться. А как мне вон ту штуку взять? Вот с этой штуки, да? А, там нет цвета? Я не могу на нее запрыгнуть. То есть надо попасть четко, когда фонарь, что ли, рядом? Да нет. А вот... Давай сначала стенку разобьем, может там... Давай. Что-то будет полезное. Это я люблю. И что? Может быть, ты там должна что-то сделать? А, вот же. Во, я же тень. Ну, короче, понятно. Ну, оно понятно, осталась ловкость пальцев. Ну, да. Слушай, не цепляется же оно? Надо... Нет, ну не цепляется, поэтому ловкость пальцев. Сейчас. А, вон что, просто. О, все. Фух. Подожди, давай вот здесь еще глянем. Здесь вот я еще хочу на всякий случай. Еще раз хочу умереть, да. Почему еще раз? Нет. Ну там видишь, какая же. Ну ты не допрыгнешь туда. Ты туда не допрыгнешь. Ну ладно. Еще и умрешь, мне кажется. Очень я может быть. Не могу ничего сделать, надо тебе, видимо. Пока я не знаю. Наверх он по лесенке. Здесь, что? Если дотянешься. Вот этот ящик двигается, да? Ну-ка.
Наоборот, вверх двигай. Ага. Ну я посмотрела просто, что двигается он или нет. Прыгиваешь? Я такой... Нет. А так? Нет. А налево? Нет. Чуть-чуть назад. Подожди, во, правильно, двигай дальше вперед. Нет? Пройди вправее. Я не могу. Странно. Тень же вроде вот заходит. Тень вроде, да. А ну-ка, встань просто, не двигайся. Меня пропихнуть, что ли, хочешь? Нет, так не получится. Сейчас мы вот так. Вот так оставь. Во. Почти. Странно. Ну, вроде... А вот эти... О! Ну, ладно. Ракурс был не тот. А я что-то не могу. Там рычаг, наверное, где-то? Ну, да. Страшно. Вдруг я умру. Я не виновата. Столик. Зачем? Меня перетащить. Нет? Как? А, меня по дыму там тащить надо будет. А. А, ну стой, стой, стой. Залезай. Поехали. Крючки вижу. Ага. Еще столик. И еще крючки, понятно. Сейчас, погоди. Оп. А там ничего нет? Нет, ничего там нет. Поехали. Стой, 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 стой. Так, дальше что? А вот еще... Нет, стоп. Не знаю, не вижу пока. Справа что-то есть. Да, люди. Я не пойму, что я ничего не вижу. Что происходит-то вообще? Куда надо? Вон крючок справа, слева сверху. А, все, вижу. А что-то далековато расстояние, далековато, да? Да, но зацепится, я думаю. Зацепится. Че, вот. Залезай. Столик, правда, не новый, такой попользованный. Ну, пойдет. Залезай, говорит, я такая прыгаю на стол, который на полу валяется. Они тут везде столиков понаставили, видишь? Ну, это чтобы для тех, кто их выкидывает постоянно и теряет. Даже слазить не буду. Правильно. Цепляйся. Стой. Оп. Поехали. Экспресс-авто. Все, приехали. Ну вот. Было хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ты чего там прицепился к стене? Что там наверху интересно? Стенка. Стенка. А то тебе надо будет положить бомбу и запрыгнуть на маятник обратно уйти. Ну, видимо, да. А там я вижу ящик. Надо будет выдвинуть его. Ну, как ты оторваться не хочешь? Получается. Да. Такой какой-то вообще противный. Какой-то такой вот, вообще. Давай. На. Не, ну ладно. Так было задумано. Хорошо. Ну взрывайся уже. Угу. А, ну понятно. Там вот запрыгнуть надо будет. Ящик как раз. Осторожно только, а то... На голову как уроню случайно. А я не подхожу близко. Как случайно уроню на голову. Ой. Вы чё, с ума сошли? Ай, и пошла такая. И пошла. Увидела. Не, ну я соскользнула, я не специально. Мне вот что интересно, раз уж мы умерли. А что? Может быть, вон там что-то есть? Где? Здесь. Нет, ничего не вижу. Все, давай бомбу. Смотри, с первого раза получилось. Ну так, ловкий. Давай сначала эту штуку возьму, потом ты ящик скинешь. Давай. Зачем здесь, я вообще тогда туда полез? Здесь сложнее, но все равно придется же делать. Ух ты! Давай, давай, давай. Все. Нет, еще не все. Все. Скользнула. Хорошо.
Сейчас. Тяжелый ящик. Почему, когда я тень и толкаю ящики, они какие-то неподвластные физике? Что? Резать надо будет. Ты спрыгивай вниз сначала. Осторожно. Вот, давай мне ножницы. Мне аж прыгать придется. Ну, тут-то хотя бы разлет большой. И собирать ничего не надо. Нормально все? Фу, чекпоинт. А вот здесь придется сейчас... Ты мне ножницы сначала давай, а потом прыгай. Только ты не режь сразу, пожалуйста. Я постараюсь. Сейчас я такая хоп. Это такой хоп. Ну вот и все. Все. Ага. Мало нам двух. Нам еще два подсунули. Вот мы здесь хоть это удобно все прыгать. Все часы сломаем там. Да. О! Опс! Далеко прыгнул. Чекпоинт, чекпоинт почекал, молодец. Ха-ха-ха. Перелетел перила, да, вот эти? Ну да, я как-то не обратил внимания, что там. А как тебе наверх-то забраться? Как? Не знаю, столик давай. Мне, похоже, как-то прыгать надо будет и... Все, тащи меня. А куда тут? Осторожно, вниз опустись. Вот, ты рулишь мною полностью. Я не согласна, такая ответственность. О, взялась. Давай налево. Ты налево вверх, ну куда ты? Ну... Вот, теперь пошли. Так а вдруг я сейчас грохнусь? Зачем? Ну тут же что-то. Смотри, тень пропадает. Ну пойдем, пойдем. А может это специально сделано, чтобы ты могла взять? Давай, стой тут, короче. Хорошо. Грохайся без меня. Так, собирать все равно придется все. Смотри, правда грохнулась. Значит, быстренько у тебя такая бамс-бамс, все. Не надо меня бамс-бамс. Поехали. Я думал, сейчас снесет. Могу. Здесь все просто. Ой, я могу даже просто вот так стоять и все. Погоди. Но мне надо на тот фонарик, да. Я тут. Тебе, видимо, тоже сюда. А я не могу со столиком прыгать. И вообще не прыгнула. Не, ну я прыгала, почему она только просто она не прыгнула? Я пыталась. Ну да, я пыталась. Почему-то не сработало. Бывает. Ну куда ты? Почва у меня прямо из-под ног убрала. Столик с ручками. С ручками, действительно. Стой, поехали. Стою. Трогай. Я полетел. Ага, иди отсюда. А-а-а. Я так понимаю, мне опять резать надо будет. Очень может быть. Сейчас будет кирдык. А как? Вдвоем тимворк надо делать. Да. Тинь-тинь. Я полетел. Ты вставай тогда на край справа. Хватит там столько пинать. Ну хороший. Он нам помог. Вот, давай мне ножницы. Получается, а если я обрежу прям там, а? Ну, режь. Как? Не, ну давай это по правилам сделаем все. Давай, режь. Не понял. Слушай, а может мне надо было просто вот так сделать, а не резать? Ну вообще, да, наверное.
Ну ладно. Накрутили это, придумывали. Это я все. Обходи опять. Не, ну прикольно же придумал. Короче, хватит баловаться. Это на, я специально, чтобы ножницы у тебя... Ты мне ножницы забрала. Ну да, я говорю, хватит баловаться. Мне же, наверное, тоже надо пройти здесь. Сюда. Бомба. Сюда. Тебе надо вниз спускаться. А если я просто обрежу канатик? Куда я ножницы? Ну слушай, может быть... Ну, я думаю, бомба. Что я сделал? Проход для себя открыл. Зачем? Свет появился теперь, смотри. Светильник отрезал один. Да. И теперь около стенки там это... Свет падает с левой стороны, смотри, видишь, красным? Да, и что? Ты можешь что-то спрыгнуть, нет? Нет. Ай. Как бы мне так? Давай бомбу. Я ее здесь прям положу. Заденет же, наверное. Я не знаю. Нет. Я думаю, тебе влево. А подойди сюда надо. Тогда. Подойди сюда пока что. Поближе. Ничего там нет? Ничего нет. Ну ладно. Влево проходи. Так все, я могу, получается, к тебе вот так вот падать и... Давай. А-а-а! Случайно бросил. Что делать-то? А, я не знаю. Ну-ка, пошли. Тихонько. Мне, наверное, как через верх надо. А как? Через верх. Смотри, вон там крючок. Сцепи шестеренки между сейчас, собой. Сейчас, ага. Круто. Неожиданно. Да. Так, а где второй-то? Вон он. Крутится же. А. Не, мне тень. Во. Все, теперь ты можешь запрыгнуть туда и нажать рычаг, правильно? Наверное. Сейчас проверим. Что там? Во, сейчас мы его засветим, короче. Ему плохо будет. Да ему, по-моему, нормально. Вообще ему нормально, да. Пошли обратно смотреть, что там. Там, может быть, надо теперь ящики пододвинуть вот эти. Можешь двигать их? Вот еще вон, смотри. А слушай, а вот... Смотри, мы... ты вниз можешь слезть. Сейчас, погоди. Что? Вот этот фонарь, который мы обрезали, нужно было его обрезать? Да, я думаю, что надо все лампы, чтобы прямо на него светили. Тогда ему кирдык. Синяя. Все. Ага. А, понятно, в белый. Ну да, точно. Цвета нейтрализовал. Ха-ха-ха. Меня, надеюсь, не убьет? Нет. Ура!